Здравствуйте, друзья мои! Приветствую вас на своем канале. С вами Евгений Латгальский, старовер. Ну, время, когда воду качали со шланга, шлангом, насосиком, прошло. Пора уже и ведрами носить. Ну, а что ж, не все скоту масленица. Надо и ведрами носить. Когда-то же люди только лишь ведрами носили воду, правда ли? Ладненько, будем дальше продолжать носить. Немножко я затянул что-то с дровами. А что-то моя супруга делает в сосновике. Ира, что ты там делаешь? Рукой машет. Веточки рвет. Отстань, кричит. О, тут что-то у нас какие-то непонятные грязевые потоки. Блять, может это бобр тут уже начинает мучить воду? Тут еще не. Вот здесь какая-то бодяга. Хрен его знает. Вот это главное. Как-то надо будет вытащить. Колы лежат. Я когда кладку делал, старые бревна так и остались. И вот они тоже дают затруднение проходу воды. А если я встану, Ира меня вытащит? Нет. Нет. О, они как бы болтаются все. Ладно, это будем весной делать. Ой, тут ила сколько. О, что тут творится. Тут... Да. А, ну вот как бы пошла немножко вода.
ты! В интернете видел, есть вилы специальные для расчистки таких вещей. Они загнутые, еще и ручка вдобавок. Интересно, есть у нас продажи такие? Ну все. Как ни странно, но здесь было очень много палок. Я уже вилам и выкидывал. Но здесь явно собирался строить он что-то, бобрик. О, смотрите. Но мы не дадим ему очухаться. Ну все, наверное. На сегодня хватит. Нормально, Ира, нормально. Надо будет убрать старые бревна, когда хоть вода, наверное, не будет задерживаться. Вон там была плотинка у него начата делать. Гаденыш. Ну и сейчас хоть пошла, даже видно, что идет уже, течение появилось. Вот небольшую чистку у своей кладки мы сделали. Заметно-заметно течение. Так, ладненько, все. Баню я уже закрыл. Будем ждать. А вот мой подосиновичек впереди идет. Со мной не отступает от меня ни на шаг подосиновичек мой. Ой, ногой швыряет, злится. Немножко подкладывал. Хватит. Сегодня к вечеру второй раз протапливаем. Одного раза маловато. Ничего не делать.
кино какое-то смотрит. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Склад тут у нас. Ну все, затопилось. Вечер будет еще теплее. И вот наш деревенский ужин. Картошка и селедка. Вернее, сейчас у нас копченая скумбрия с лучком. Мы уже так привыкли к такой еде, что другой уже здесь и не представляем. Сегодня вот скумбрия копченая, другой раз бывает селедка простая, килечка. Вот такой у нас интересный всегда ужин. Ну что ж, друзья, на этой приятной и вкусной ноте я скажу вам всем до свидания и пока-пока. Не болейте, удачи всем. С вами был Евгений Латгальский Старовер. Пока.